Ну, типа дисклеймер. Эй, Дуба, с вами Хуба. Сегодня мы продолжаем играть с вами в FNAF Security Breach. Конечно, немного был такой перерыв 3 дней, но это не важно, это не суть. Так было задумано, я вам отвечаю. Я, правда, за эти 3 дня... А, вот, все, понял. Хотел сказать то, что забыл, как играть в это говно уже. Ну, если я скажу говно на FNAF, то мне дадут пизды полные, вообще, это да. Хотя я тоже фанат FNAF, на самом деле. Большой такой, довольно. Вот, а FNAF 4 я пугаюсь вообще больше, чем свою жизнь, боюсь. Но это не суть. Опять, конечно же, решаем эту головоломку. В прошлой серии, как вы помните, вон там, за дверью, прямо стоит глич-трап этот ебаный, который стоит иногда посреди прохода и не дает пройти. Сейчас его, слава богу, нет, зато есть Монти. Гнидово. Этакое. Так, надо вот, да, решать головоломки. Очень трудные, сложные. Бегать туда-сюда и вот так удерживать Е. В принципе, больше-то и нечего говорить. О, вон он! Стоит тварина, посылает Монти сигналы всякие. Что не так? Да что не так? Так, ладно, в другую сторону идем. А, он уже послал сигнал. Все, я просрал, да? Монти уже бежит по мою душу. Именно так. Именно так все и было. Вон, я слышу его, как он топает. Точнее, не топает, не топает, а ползет. Где ты, тварь? Крокодил! Откуда он взялся вообще? Он там стоял, а скример прибежал отсюда. Ну вот, в принципе, вы поняли всю суть этого DLC по руинам. FNAF Security Breach. Вот. Охереть! Просто из ниоткуда взялся и скримак. Спасибо. От души, блядь, заебись просто. Так кайфую, охереть. Ой, ну да, конечно. Все заново с этого же этапа. Ладно, хотя бы, в принципе, есть какие-то сейвы. Не надо самому делать. Какой камера? Какой дур из опен? Где ты мне камеры? Ты покажи мне, где тут использовать камеры. Я буду на них смотреть. У тебя там был планшет. А, часы. У тебя были часы с этими камерами. А у меня вот фонарик обосранный. И вот эта вот маска с... фас-ключом. Где мне камеры, смотри? Покажи мне эти в инвентаре, где камеры. А, вот он посреди... Угу. Встал посреди прохода, чертила. Слышь? Сука, когда ж ты сдохнешь-то уже? Я тебя и палил, и в принципе ты этот... все с тобой делали тут. В всю историю FNAF, а ты даже так просто после 1000 смертей бегаешь по этой пиццерии. И кошмаришь детей. Даже будучи без оболочки, без сохранения, ты где-то там просто надел маску и все, и появился этот глич-трап вонючий. Когда ж ты сдохнешь, ты ж в аду уже даже бывал, тебя оттуда выкинули, тварь. Охереть можно. О, сложные ребусы. Да закрыта дверь эта, закрыта. Где дур из опен? Покажи мне, где дур из опен, где looking the camera. О. Вот она, это ваша виртуальная реальность, до чего доводит. Тут фул рассинхрон, тупый, зашел какой-то. Ну не суть. Ну конечно ты там появишься. Мало ж тебе было меня покошмарить, слышь? О! О!
Спасибо. Он дал мне пройти. Монти пошел на... Понял? Надеюсь, что, в принципе, понятно тебе объяснил. Мне кажется, за всю твою карьеру, Монти, тебе... Ты должен, в принципе, знать, где находится это место и куда тебе надо именно идти. Да ну неужели я наконец-то это пройду, и меня не сожрет этот Монти вонючий? И глич-трап не будет мешать. Да! Наконец-то! В прошлой серии сколько я тут пробегал. Блин! А ну ладно, это... Не так трудно, хотел бы я сказать, но это... На самом деле еще как трудно. Не, да, не суть. Да ну, ну неужели? Я не верю. Охереть. Дай бухну. Не даю. Ладно. Я удивлен то, что мне дали пройти. Очень сильно удивлен то, что мне дали пройти. Что это значит? Похоже, что она скачена. Однако я обнаружил необычный сигнал. Надень маску, проверь еще раз. Ну да, вот она работает. Ой, там эта лунышка. Обнаружена аномалия. О-о-о! Вот такие головоломки. Тут не телевизор исчез, тут стена нахер исчезла. И причем она только в VR такая. Не может быть, я пошла через большой экран, и теперь я звездом в детсаду, этого не может быть. Там был экран, прежде чем взглянула камера. Клянусь. Да я тебе верю, беспокоиться не о чем, все выйдет совершенно нормально, тебе, наверное, мерещится. Ладно. Еще какой-то скам произошел от ФНАФа, но не суть. И так нормально. Ты где? В детском саду, я как отсюда выбраться? Доберите автор в детском саду, оттуда можно будет написать на маски, так ты сможешь... Гонок? А. Все ясно. Я не хочу в детсад идти, там это, лунышко, солнышко. Знаете, сколько раз я просто перепроходил вот эту вот миссию с вонючими генераторами и этой луной? Вы просто не представляете себе этого. Нет? Но я слышу, как кто-то другой двигается. Не эти. Там может где-нибудь в аэре. За мной идет кто-то какой-то другой. Да вроде нет. О! А, это игрушка, к сожалению. Сюда нельзя под маской. А, я не могу использовать маску в детсаду. Справедливо. О, черт. Может, я на него фонариком буду светить, он будет успокаиваться, я не знаю. Я не хочу бегать от этого луна. Дрянная, дрянная девчонка, тебе пора спать. Не пора мне спать, устаньте. Да! А чё ж Грегори так не мог-то, а эта баба может? Охереть! Ну все, я буду его тупо фонарем выжигать. Это будет мой крест. Крест божий. Буду светить лунышко и говорить, изыди, демон. Изыди отсюда. Ой, здесь можно маску. О! Лутбокс. Сюда. Маска солнца. Лутбоксы мы любим. Это нам надо. Ладно, идем дальше. Новый друг. Новый друг. Я застрял во сне.
Что с твоим лицом? Перезагрузка, мы должны стать единым целым. Хочешь, чтобы я тебя перезагрузила этой штукой? Тринадцать, девчонка. Включи свет, запусти генератор. Да нет! Вы чё, угораете? Похоже, что этот детский сад неисправен. Яркий свет дезориентирует его. Вы чё, угораете? Опять бегать по этому детсаду, искать 5 генераторов? Я не хочу! Нет! Зачем? За что? Что же я вам не так сделал-то? О, вот эта лунушка. Может, я могу ему как-нибудь свет врубить там, не знаю. Аномалий нет никаких. Аномалий нет никаких. А, ну вы рофлите, да вы угораете, вы серьезно? О. Обнаружена аномалия. Карантин! Чё, тут тоже обнаружено? Карантин! Чё? Чё случилось? Да только не ты! Ты угораешь надо мной. Так, а Луну если в карантин? А-а-а! Слышь, не лезь пока ко мне, дай я этот открою. Где он? Где он? Я ни хера не вижу, у меня повеки на экране. А, вот он. Послушай. Иди-ка ты нахер, пожалуйста. Мне надо бегать от Луны. От Луна Солнца, извиняюсь. Теперь его зовут Луна Солнце. Бегать от этой хрени. Так еще и от гличтрапа. Который телепортируется по всей локации. Вовы наворотили херни, конечно. Я в ахере с вас. Ну хотя бы пока тут локация линейная какая-то. А чё? Отсюда нельзя выбраться. Это для самых маленьких придумано или что? Так, мы пойдем наверх. Наверх нельзя. Ладно, идем вниз. Спать пора. Поделки уже спят. Слышь! Я тебе сейчас фонариком перехибу, ты у меня спать отправишься, понял? Я тебе отвечаю, тебя сейчас фонариком переебу, ты у меня спать отправишься. О, генератор. Это не сработает. Иди спать. Солнца больше нет. А как же я? Звуки борьбы. Где я тебе должен искать другие генераторы? Это генератор? Что это за пылесос здоровый? Да что мне это? Тут у нас что? Вот генератор. И еще вон генератор. А это лунушка. А, это не генератор даже. Excuse me! Но каким хером я должен тут вообще ориентироваться? Игрушка солнца. Ура! Еще игрушки. По сути, от этих игрушек должен стоять сразу, но что-то я не особо рад. Пошел ты нахуй! Нахер, извините. Где ты, тварь? Тут все закрыто, как я понимаю, да? Да. То есть надо идти только туда, только там единственный путь. И там вон он,
Ушачья тварь. Ушатая. Уш... Ну, может, и ушачья. Ушастый! Слышь? Ты думаешь, я тебя не вижу, а я тебя еще как вижу? Отъебись от меня, пожалуйста. Пробежал. Нет, он подался на мульти. Спать пора. А может и не мульти, а может он... Сука. Глаза во сне горят, да, именно. Именно так. Но я чувствую, как на меня что-то движется. Может, это лунушка? А, ну вот. Что это вообще был за аниматроник, объясните мне? Это был чистый эндоскелет. Да, трэш. Да, трэш. Только не говорите, что мне надо опять по всей локации заново бегать. Хотя бы с момента того, как я включил тот генератор. Дайте мне, пожалуйста, сейф. А не то, как я бегаю по всей локации заново. Ну же. Давайте, удивите меня. Удивите! Где там мое сохранение? А, ну конечно. Это ж FNAF. Загрузка миллиард лет. Подождем. Мне кажется, я загрузки провел больше, чем в игре. Новый друг. Ну ты и урод, конечно. You want me to reboot you? With this? Да не обзывайся, ты тварь! Капец тебе, контузит. Воспитатель детского сада. Слава богу, он хотя бы просто стоит там чисто кайфует. Регенераты, возможно, тебе появится шанс перезагрузить его с тем, когда у вас был... А? Все понятно. А ты куда? Пока. Так, это мы уже все знаем. Так, и на третью камеру быстро. Все. Голова убрана. Там такой звук был. И клич трап. Знал бы ты, как я тебя ненавижу. Знал бы просто, как я тебя уже ненавижу. У меня даже, кстати, слов уже нету, у меня тупо это такой мини тиль из этого глич-трапа. Хочу матом кричать на него. Он меня достал. Он неадекватный. Зачем его сюда добавили? Высасывание денег. Ладно, шутка, не бейте, пожалуйста. Это just roughless. Так, подождите, а там уже что, я забыл? Тут что такое? Так мне сюда и надо было же. А тогда там что? Во втором проходе. Подождите. Мне надо посмотреть, сходить. Я любопытная. Любопытная я. А, да тут нихера нет. А, да тут нихера нет. Ну и нахер я возвращался, тратил свое бесценное время. Паров. Определенно по приколу. Убери маску.
Давай запустим генератор, чтобы он страдал. Чтобы луна страдала. Кстати, вот прикол с этими генераторами, то что когда ты их включаешь, они становятся вот такими. Я не знаю, может это только у меня так, но... Что в обычной Security Beach, что в этом DLC, генераторы становятся такими. После того, как их юзаешь. Так, быстро, пока этот заяц не вернулся. Пока глич-трап не пришел. Да не ори! А, он уже тут. Так, стой, луночку. Не, надо сначала... Меня нету. Меня не существует. Ты меня не видишь. Я невидимая. Невидимая я. Все, пока. Видели, как я его обманул, мастерски просто? Ну, просто мастер скамы, это я, да, да я. Это вот я его обманул. Что ты? Он, походу, недоволен тем, что я его наебал мастерски. Вот он и хочет мне дать по жопе за это. О! Лутбокс. Это нам надо. Золотое солнце. Я настолько сильно собрал все, походу, тут приметы, то, что мне уже дают эти. Легендарочки. Да, да. Вот она, первая золотой предмет. Прикольно. Собираем легендарки по ФНАФу. Так. О! Дрянная девчонка, прекрати! Не прекращу! Свет делает нам больно! Хруст шестерней в моей голове! Мы не можем двигаться! Ошибка! Ошибка! Все? Угомонился? Куда дальше? Видимости туда. Ага. А там тогда чё? А там закрыто надо. Чтоб я не ходил. А я пойду. Солнца больше нет. Свет ушел прочь. Вечная ночь. Когда стихами научился говорить? А, так я отсюда пришел же. Справедливо. Звуки борьбы опять издает там. Да не борись, прими солнце. Луна, уходи. Я ж тебя перезагружу все равно. О. Стрелочка. Туда нам надо. Туда нам надо. Я опять потерялся. Ага. О! Сейчас же, сделай это сейчас же. И как? Перезагрузись! Что за лаги? Луна, звуки борьбы. С днем рождения! Спасибо! Внимание, внимание, ребенок в опасности. Активируй безопасный режим. Девочка, тебе нельзя тут находиться. Это небезопасно, мне нужно прибраться к утреннему открытию. Здесь будет полно детей. Здесь не будет детей. С нетерпением ждем тебя снова и префазного тебе дня. Спасибо. Пожалуйста.
О, доброе солнышко. Меня даже, знаете, это немного это обрадовало. Умилило. А чё? Да ну не. Да, опять эти узлы искали. Давай, вылезай, Гличтрап, я знаю, ты где-то рядом. Ну правильно. Вспомнил говно, вот и оно. Что? А-а-а. Да. А с чего это вдруг? Мне теперь надо как этот? Как его звали? Как мелкого звали? Кого я ищу? Я забыл его имя. Я забыл главного, имя главного героя Security Breach. Как его звали? Подождите. Реально забыл. Ну-ка. А тут не написано. Как его звали? А, Грегори! Во! Грегори, Гришка, Григорий. Вот. Как Грегори, надо теперь ходить и оглядываться, чтобы эти твари на меня как бы не ползали, когда я на них не смотрю. Так, ну эти пока не двигаются. Зачем они делают? Да эти вроде тоже. Кого? Какой-то из этих. Ты зачем активировал его? Тебе еще делать нечего? Ну, подождите. Да ну. Реально ходи, все, оглядывайся. А, подождите, когда я по ДР, он уходит. Это Гличтрап на меня бежит. ОДР, он от меня отходит. И что мне делать? Пока. Давай, давай, иди отсюда. Слышь? Иди, 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 иди. Иди, иди. Да. А схерали, он там-то был, а я тут. Он был в другом конце вообще этого зала. Ну, это прикольно. Это издевательство. Он просто тупо может атаковать тебя, когда сам захочет. Гличтрап. Хера ли такой жесткий? Ну вообще охерел. Максимально. Почему у Чики всего трехструнная гитара? Это типа бас нового поколения, всего три струны. Которые не слышно. Шутка про басистов. Я надеюсь, тут в комментариях не будет никаких басистов, которые хотят мне набить ебало, поэтому... Вот, извините сразу. Так. А, вот где.
Что? Кто? Где? Вон он. Уёбать. А этот там ходит, на этого похер. И круги наворачивают. Тебя отключить? Зачем я его отключил? Ага. Так оно это. Оно у него в руке. Объект этот. Тут клич трап руками бегает. Точнее, теперь стоит на месте. Ну, да, все, атака. Атака. Понятно. Понятно то, что нихера не понятно, он просто спавнится там, где ему захочется. И как бы, ну, прохождение все засрано, если он заспавнился на одном месте, которое тебе надо туда пройти. Что? Это скелеты не любят, когда на них пялятся. Клещ-трап тоже не любит, когда на них пялятся, что ли, или че? Клещ-трап тоже не любит, когда на него пялятся, или как он работает, объясните мне, пожалуйста. Вот смотрите, я сейчас зайду в этот... Хрена ли ты его вообще активируй? Активируйтесь на ровном месте. Вот ты раньше. О, клещ-трап в другом месте. Так, нажать и использовать. Быстро, 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 быстро. Ты чё, охерел? Так, все, быстренько. Отключаем. Кто топает? Не топай. Чё так громко ходишь? Маска комедии. Офигеть. Спасибо. Как не выбраться отсюда? Ну привет, дружбанчик. И пока. Видели, как я его опять обманул? Опять обманул его. Чувствую, он скоро... А, подождите, у меня... Да! Ну все. Нихера атака просто. Он был где-то в жопе, а мне как бы пришло, прилетело. Офигеть, он придумал. Этот глич-трап он меня уже вымораживает. Вымораживает. Сколько раз он еще сдохнет? Что вы в этот раз придумаете? Его засунут в какую-то опять клетку цифровую, откуда он точно не сможет выбраться, а потом каким-то чудом выберется, найдет себе новое тело и будет кошмарить еще раз всех? Что вы, разработчики, придумаете-то? Непонятно. Непонятно. Как это проходить? Они сами-то вообще пытались это пройти? Когда он спавнится... На рандомном месте перекрывают тупо проход. Вы бы дали хоть средство борьбы против этого вот зайца какого-нибудь. Действие запрещено в режиме. Да понятно и так. Реально, дали бы хотя бы какое-то средство борьбы против него. Ну я там не знаю. Ну во ФНАФе же маска всегда от аниматроников загоняла. Да чё тут так не работает? Она наоборот как будто привлекает этого глич-трапа. Вот это вот ваша маска.
О! Это... Подождите. А где? А, вот! Пошёл в пизду, блин! Я сказал, пошел в пизду, блин! Чё, коня глич, трапа? Давай, иди за мной. Сейчас кто-нибудь надо тебя подальше. Иди за мной, тварь! Вон. Ладно, на этот скелет не напороться. Во! Все ближе и ближе. Ты что такой злой ты стал? Вы смотрите, он все быстрее и быстрее передвигается. Слушай, ты, по-моему, вырос еще больше. Ух, я ж тебя таким еще совсем мелким помню. Когда я в костюм это залез только, бегал по пиццерии в третьей части. На звук детей откликался. Я тебя еще таким помню, ты камеры там ломал, вентиляции надо было чинить после тебя все. И посмотри, кем ты сейчас стал. Какой взрослый мужчина, а женщин, наверное, продыху нет. А, но меня все равно атаковал. Я же даже не успею дойти до этого. Ну давай, я вот смотри, сейчас удерживаю ей использовать. Оп, скримак, 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 скримак. Нет? Да, вот он, все. Просто. Просто. С ничего. Он даже меня задеть не мог. Вообще не мог. Я был в 3 километрах от него, считай. Разрабы, гении, красавцы, молодцы. Вы реально, вы сами-то хотя бы это проходили? Такое чувство, как будто они не проходили это сами. Просто типа взяли, садись играй, садись играй. У тебя нет никакого метода борьбы против этого глич-трапа, но ты просто садись играй. Он будет бегать по сюжету, тебе ломать его, в принципе, и ты его видишь миллиарды не страшных скримеров. Потому что с глич-трапом эти скримеры ожидаемые. И все, и вот так вот. Гений. Просто дайте им Нобелевскую премию за создание игр. Или что там дают. Золотой геймпад какой-нибудь. Потому что они придумали хуйню. Вот эта вот механика с глич-трапом, она помойная. Очень такая плохая механика. Вот нахер вы его добавили в игру. Его же даже уже Молден Фредди, или как его там зовут, забрал к себе. За собой просто взял его, утянул. Я видел это. Я проходил этот эпизод. На эту концовку. А он все равно живой. Сгоревший. 3 раза. Ты ж 3 раза горел. Вроде 3-я пиццерия горела. Потом. Потом он в этой пиццерии сгорел. А, еще в 6-й части сгорел, да. Столько раз гореть, и все равно вернуться кошмарить детей. Но все, он на меня активировал. It's Gregory. Это Грегори. Hey. Эй, she's wearing на моя маска. Вон он бежит. Я ж тебе говорю, этот Грегори это скам полный. Это вот эти вот аниматроники придумали, затащили себя, тебя сюда и все. Грегори, наверное, сам в этой пиццерии-то сгорел. Не выбрался отсюда, бедолага. Что? А
Ага, привет. А, все. На меня движется скример уже. Справедливо. Ну давай! Я тебя не боюсь! Я тебя не боюсь! А вот. Я понял, в чем прикол. Чем дольше ты находишься в маске, тем быстрее скример наступает. Все. Это типа механика, чтобы ты долго в маске не бегал. Ну, разрабы, ну придумали. Ну вы вообще красавцы, молодцы, лютые ребята. Охереть. Охереть. Ну и жесть. Все, мы на этом моменте. На. Ладно. В принципе, на этом моменте мы и будем заканчивать. Как бы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Пишите комментарий. Вот, с вами был ваш друг Бабоба и этот. FNAF Security Breach Руина. И вонючий Glitch Trap. Вот. Хотелось бы еще сказать, типа, это, знаете, подпишитесь. Вот, там немножко до 1000 осталось подписчиков, всего лишь что с чем-то. Но это не суть. Вот. Все. Всем до следующей серии. Всем пока-пока-пока. Пока!